Алексей Николаевич Сенешкин, главный тренер сборной ДУФУ. Алексей Николаевич, вступили в 7-м матче к ряду. Краткий комментарий по матчу. Молчи, Грусь, молчи. Тут можно сказать так. Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта. Чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. У нас их много. Два матча впереди. Завершаете турнир Национальной студенческой футбольной лиги в премьер-группе. Какие ожидания будут от команды в следующем году? Я уже говорил до этого, что все зависит от нашего руководства, как дальше будет. Лично мне надо перестраиваться, потому что тут ситуация такая, ну тоже в себе надо разобраться. То есть, может быть, методы поменять. Я бегаю с пряниками, а тут кнут нужен. Ну, то есть вот такие педагогические моменты. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Удачи.